Ну что ж, так меня никто не узнает. Вот они, мои куколки ненавистные. Сейчас я вас распакую. Ух ты! Лол сюрприз Hair Girls. Ее хвостики похожи на мои рога чем-то, да? Напоминают. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Еще бы знать, как ее открывать. Упаковка какая прочная, никак не распаковывается. Ладно, может маленькая распакуется. Посмотрите, как интересно, Lol Hair Girls. Маленькая капсула и Lol Hair Girls большая капсула. Это что, мама с дочкой, что ли? Любопытненько. Смотрите-ка, и правда, малышка и большая капсула. Забавненько, забавненько. Проблемка только небольшая. Открыть-то их как? Рогами не могу, руками не могу. Эй, куколки, может, сами вылезете? Избавьте меня от сложностей распаковки. А? Нет, тут нужно что-то другое. В комплекте ножницы какие были? Да, ничего там нет. А тут? И тут ничего. Чем же открывать-то вас? Обидно, досадно. Да ладно. Куколки есть, а открыть их невозможно. Пойду у кого-нибудь ножницы попрошу. Мне кажется, в таком виде меня совсем никто не узнает. Я же в маске. Куколки, ножницы есть у кого? Куколки. Ой, девочки, смотрите, тут какие-то коробочки интересные. Девочки, где единорожка? Ой, и правда, коробочки. Так это наши коробочки. Цветочек, вижу, что наши. А куколки где? Тут пусто. Как пусто, совсем? Совсем-совсем пусто. А где куколки? Ребята, вы куколок наших не видели? Должна быть маленькая Lol Surprise Hair Girls и большая. А где большая коробочка? Вон, вон она огромная. Но в ней тоже пусто, представляешь? Пусто-припусто. Да что же это такое-то, а? Вот они, куколки, цветочек. Ой, и правда, на месте наши куколки. Кто-то помог нам, распаковал. Как бы мы такие маленькие, такие большие коробочки открыли. Спасибо. Ну что, покатили капсулы к девочкам. Будем открывать наших новых куколок. Посмотрим, что же там внутри. Единорожка, не отставай. Цветочек, я иду, берегись. Что за город такой, Lol Town? Весь город обошла? Одну вот палку нашла, и то бабуля какая-то поделилась. Так, куколки. Мне кажется, или я удивилась, куколки где? Коробочки есть, а куколок нет? А-а-а! Обратно, что ли, позалезали? Нет, пусто там, а тут и там. Да что такое? Куколки, куколки. Я что, зря тут 2 часа ходила, искала, а так их и не открыла. А-а-а! Куколки, ну где же вы, а? Ну где? Узнали меня, наверное, все-таки. Вот и сбежали. Эх, в следующий раз нужно будет другую маску придумывать. Это не скрывает мои замечательные красивые рожки. По ним-то, наверное, куколки меня и узнали. Ну ладно, пойду верну палочку бабушке. А то как она ходит-то без нее? Плохо, наверное. Жаль, конечно. Так хотелось посмотреть, кто же там. Сейчас будем открывать. Открывать новых куколок. Ура! Да, большую и маленькую капсулу. Посмотрим, что же там. А вам, ребята, интересно? Сейчас уже откроем. Привет, друзья, девочки и мальчики. И сегодня у нас 2 вот такие вот подделочки. Lol Surprise Hair Girls. Одна капсула очень маленькая. И одна капсула очень высокая, но узкая. Это 2 такие подделки. Но, хоть это и подделка, все равно интересно же, что же там внутри. Что же придумали для наших куколок Lol Hair Girls? С волосами они вообще будут или нет? Может, там вообще мальчики какие-нибудь интересные? Так, давайте посмотрим. У нас есть 2 слоя. Так, даже замочек нарисован. Ух ты, даже по нему открыла? Нет, не открылась. Так, внутри вот такая вот длинная. Ух ты, открываем. Крышечку открываем, а там уже какой-то сюрприз. По-моему, это голова. Голова нашей куколки. Ух ты, а я не понимаю. Давайте смотреть. Куколка с белыми и черными волосами. Прикольная, смотрите.
У нее очень длинная челка, наверное, нужно будет ей ее подровнять. Или так нормально? Напишите, пожалуйста, если что, мы ей постригем, а то вот совсем ничего не видит. Так, смотрим, какие у нее волосики. Белые и черные, прикольно. Так, вот она у нас, ой, смотрите, какая. Обычно подделки не такие пузатые, а это у нас вот стройная. Так, давайте ей, опа, оденем голову. Вот так, и посмотрим, что же там внутри. Ой, скотч. Ух ты, вот они, открываются наши дверки. И тут такие яркие, интересные наклеечки. Прикольно. А внутри два пакета с аксессуарами для нашей куколки. Чего себе, так, больше ничего не открывается, ничего не светится. И вообще там пусто. А здесь вот такой вот ободок. Посмотрим, подходит он нашей куколке. То еще бывает у подделок аксессуары есть, но голову он вообще не девается. Так. Мы одели ей вот такие ушки, как у нас у Snow Bunny. Здесь вот такие вот очки. Вот такая вот розовенькая сумочка. И вот такая вот розовенькая бутылочка. А во втором пакете у нас вот такая вот блестящая лупа. Так, вот такая вот расчесочка розовая. За длинными волосами нужно ухаживать. Вот такое вот платьишко. И нам положили ботиночки. Такие вот желтенькие. Прикольные ботиночки. Давайте оденем нашу куколку. Посмотрим, как она будет выглядеть. Волосы у нее, конечно, прикольные. Белые и черные. Так. Ух ты, достаточно симпатичная куколка, хоть и подделочка, да, ребята? Прикольная такая. Так, ну что, давайте ее сюда поставим и откроем маленькую капсулу. Мне интересно, что можно было уместить в такую маленькую капсулу. Большая там куколка или маленькая? А может, там вообще не куколка? Давайте смотреть. Так. Ух ты! Смотрите, какая интересная капсула. Она открывается вот так вот. Так, здесь у нас что? Вот такая вот подсказочка и волшебная лупа. Здесь нарисованы очки, питомец, куколка, обувь, сумочка на различные аксессуары. Так, давайте дальше. Здесь у нас вот такая вот куколка с фиолетовым пучком. Фиолетовые волосы. Интересненько. У нее такое странноватое лицо. Не очень похоже на лицо куколок Лол. Ничего. Ух ты, вот она. Вот она, наша пузатая уже подделочка. Как обычно. И у нее оранжевое платьишко, розовая бутылочка. И вот такие красные тапочки. Так. Оденем ей голову. Оденем ей платьишко. Сейчас попробуем. Платьишко, кстати, достаточно мягкое такое. Похожее на оригинальное. На ощупь. Но не на вид, конечно. Вот, смотрите, какая куколка. Я бы не сказала, что это куколка Лол. Но довольно-таки интересная куколка с фиолетовыми волосами. Веселая, улыбчивая такая. Ну вот, мы открыли две капсулы. Lol Surprise Higher Goals. Ребята, а вам какая куколка больше понравилась? Мне почему-то понравилась вот эта. Она все-таки как-то поаккуратнее сделана. И достаточно похожа на куколку Lol. Но вот это нравится своей улыбкой и своей жизнерадостностью. Она веселая, по ней прям видно, вся светится. А вот это такая уже более серьезная куколка. Большим количеством аксессуаров и интересными тапочками. Ну что, ребята,
Вот такие куколки нам попали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Да, ребят, не забывайте подписываться на наш канал. Да-да, и ставить пальчик вверх. Ну что, пойдем знакомиться с куколками, жителями Лолтауна. Я очень хочу с ними познакомиться. Особенно с теми, кто с настоящими волосами. А мне вот без разницы, с настоящими или не с настоящими. Пойдем, со всеми познакомимся. Пока-пока!